золотой медалью. В команде они выиграли золото чемпионата мира, победив французов, египтян и японцев. И вот сейчас у Катады есть возможность поквитаться и, по крайней мере, в индивидуальном разряде отыграться. Такой реванш, и финал у нас очень интересный будет. Япония, Франция. Разминается, и вот такая улыбка, и взор, обращенный куда-то внутрь самого себя. Немножко нашего певца Витаса напоминает Катада. Также неторопливо выходит. Если еще он выкрикнет таким звонким голосом, то, я думаю, победа будет его без сомнения. Итак, Такаши Катада, Япония, борьба за золото. Сейчас мы увидим настоящее японское карате, демонстрация ката в самом лучшем его виде. Нет, здесь все гораздо серьезней. Мощное дыхание. Настоящая волна прокатилась по залу. Характерно для карате передвижение, прямой корпус. Доворотом наносится удар. Таз работает, и плечевой пояс. Только собран тогда. Блестяще. Блестяще завершает Такаши Катада это выступление, и можно просто в кино ему сниматься. Блестяще. Я думаю, что настолько колоритен, настолько убедителен этот человек демонстрации своей боевой техники. Вот у меня, например, не вызывает ни малейшего сомнения, что этот человек может сразиться с кем угодно и быть очень опасным в бою. Это вот ответ, наверное, тем, кто говорит, что такое здесь за кумите бесконтактное. Это лишь форма работы. Очень сложная форма. Люка Вальдези, Италия.
Итальянец рослый, мощный, он крупнее японского своего соперника. Вот в своей манере работает, но в то же время довольно традиционный ката. Тут никто ничего своего не придумывает. Раз, когда я говорил о традициях, о мастерах, так вот, ката – это как раз та самая квинтэссенция традиций, многовековых традиций карате различных школ, различных направлений. Миша Йока Гери. Вот баланс, равновесие. Левой ногой. Зрители аплодируют. Им очень понравилось, как Люка Валдези выступил. Действительно, было очень-очень интересно смотреть на выступление этого спортсмена, но мне японец понравился, ну, в целом, чуть-чуть больше. Вот то, что показал Катада, на мой взгляд, было ярче и интереснее, и очень точно. Ну, а победа достается Луке Валдези. Становится он чемпионом мира. И, наверное, не один итальянец сейчас воскликнул «Мамма миа!». Это, конечно, было здорово. Победить Такаши Катаду в финале чемпионата мира. Конечно же, это выдающееся достижение. Очень сложно было итальянскому спортсмену. Но мастер, это мастер. И независимо от того, кто является вашим соперником, вы должны демонстрировать высокую технику. Кстати, Катада стоял, глядя прямо перед собой, и даже взор не бросил на то, что сейчас демонстрировал Валдези. Kata, finaali.